Здесь что-то адское. Этот убийца знает анатомию. Кровь, ДНК оставлены, чтобы мы нашли. Я отдал дьяволу ключи от сладкой лавки. Детектив, у вас убита целая семья. Представьте худшее, что нельзя забыть. Это зло. Вы монахиня-журналист, пишущая о преступлениях. Меня интересуют ритуалы и культы в Америке. Нужно ненавидеть людей, чтобы так поступить. Это бесчеловечно. Нет, это нечеловечно. Лучше смотреть на зло, чем игнорировать отец. А если вам нравится смотреть? Играет с нами, преследует нас. Похоже, убийца издевается над вами. Пытаюсь быть в форме, но теряю хватку. Вызовите рентген. Ты готов? Это конец времен. Монстр на свободе, люди. После этого нет будущего. Меня трясет от одной мысли об этом.